Я говорил с Ахизаде Эфенди. Старый волк, он противится. Он отказывается от истины, но и сам понимает, что отныне Султан Мурад не желает его. Рано или поздно он будет с нами. Но он хочет быть уверенным. В чем же? Желает ли наш шахзаде трона или нет? По этой причине он желает встретиться с нашим шахзаде Байзетом. Ни за что, не время еще для этого. Известна любовь Байзета к его брату. Если он узнает все, то будет противиться. Валиде? Байзет? Мой храбрый воин. Да убережет тебя Аллах. Наконец-то ты вернулся. Я так ждала твоего возвращения. Шахзаде Хазрат Лари. Добро пожаловать. Вы вернулись с успехом в первом же вашем походе. Это не наша победа, Синан Паша. Это победа нашего повелителя. Он в одиночку завоевал крепость. А мы лишь смотрели со стороны. Сынок, почему на твоем лице тучи? Что-то расстроило тебя? Что случилось? Что вы тайно обсуждали с Синаном Пашой? Да, о чем мы могли говорить. Он рассказал мне про твои военные успехи. И ты не доверяешь ему. Он столько лет тебя оберегал. Он нам предан. Конечно, я верю Паше. Только я не хочу, чтобы вы вот так вот тайно общались. А у нас есть иной выход? Если Кесем Султан услышит, то все наши мечты будут разрушены. Вы о каких мечтах говорите, Валиде? Байзет. Сынок, пришло время поговорить с тобой напрямую. Даже если ты не хочешь этого принимать, мы сейчас участвуем в войне. Какая еще война, Валиде? Против кого мы воюем? Против моего брата-повелителя? И против него, и против Кесем Султан. Мы сделаем все, чтобы защитить тебя и забрать трон, который наш по праву. Защищаете проворачивая мятеж, Валиде? Она ждет нашей малейшей ошибки. Если она узнает о ваших этих планах, что, по-вашему, тогда будет? Я в этом не участвую. Я ни за что не предам своего брата. И вы, чтобы вы там не задумали, немедленно откажитесь от своих планов. Байзет, мой шахзаде.